Ингушетия и Северная Осетия пытаются наладить добрососедские отношения. Представители органов власти, общественных и религиозных организаций двух республик провели круглый стол. Стороны обсудили проблемы вынужденно перемещенных лиц и их возвращение в места прежнего проживания. Как заявил на встрече президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, цитируем, «не в наших традициях жить в конфронтации». По его словам, в осетино-ингушских отношениях принцип кавказской мудрости должен возобладать.